chewing up now. Хей, дорогие зрители, с вами Грабрума, сегодня мы начинаем проходить новый LP «Сумасшедшие зимние приключения». Ну что ж, поехали. Вы думаете, почему же я уже в броне и при вещах? Потому что я ту серию записал, как-то там тупо получилось, так что, чтобы все было правда, вы можете увидеть в левом экране. В левом углу экрана, ё-моё. Да. И если эта серия наберет 5 лайков, то незамедлительно выйдет следующая серия. И я думаю, что мы можем как бы здесь приземлиться. Вот смотрите, какая тут местность джунгельская. Сейчас я побегаю и вернусь. Так, ну вот я побегал, так как у нас летсплей называется «Зимние приключения». Я буду возле зимнего биома находиться, потому что в зимнем мне не очень как-то нравится. Я буду тут вот, больше в таункрафтическом биоме находиться. Да, звучит странно, но... Так оно и есть. А теперь давайте сделаем сундучок, да? Так, как обычно, все как всегда. Все. Теперь складываем сюда наши все вещи. Да, кто не знал, у меня 5 алмазов и 2 алмазных блока. Это я добыл вон с... Ну, башень. Тут же стоит мод на боевые башни. Так. Угу. Ладно, у нас еще есть доски. Можем еще сделать сундучок. И потом мы нарубим деревца для постройки нашего, думаю, крутого дома. И будет это очень прикольно, но сейчас скоро будет ночь. И мы должны сделать кровать, то бишь поспать. Мы должны. Ну все. Так. Все, спим. А, и да, хочу сказать, что этот летсплей будет очень, наверное, долго проходить, потому что тут 47 модов, да. Забыл упомянуть вообще в сборке, когда я ее обозревал. Но теперь упомяну. Думаю, это будет отлично. Можете написать мне в комментариях, для чего вот это вот талисман, или я сам разберусь. Ну, короче, будет все как обычно. Сейчас мы будем добывать дерево. И сделаю это в ускорении. Говорят, что Трикопитейтер — это очень хороший мод, но в этой версии он какой-то там вырубишь дерево долго, снимается много, хотя это очень более реалистично, и мне это нравится, как бы это ни странно звучало. Ладно, короче, мы нарубили очень много. Мне выпала магический боб, а у него неизвестный аспект, ну, его надо изучить, конечно, естественно. А встал Крафт нам всем поможет. И давайте, знаете что? Давайте начнем уже дом строить. Да. И думаю,
полстека нам хватит. Так, все и... Все. И дом я тоже начну строить в быстрой съемке. Хотя, не надо. Так, эту дыру закрывать не буду. Сначала очищу поляну, там построю каркас небольшой. Так, вот я очистил поляночку. Так, давайте начнем. Так, построим какой-то такой необычный домик. Я думаю, нам понадобятся полублоки. Да, большое количество полублоков. Достаточно. Знаете, как я думаю, вот сюда будет дверь отходить. Вот будет такая двойная дверь, да? Ой, не так поставил. Вот двойная дверь, она отходит вот так. Да. Отходит сюда и сюда. Так. Так, ну да, какой-то домик странный получается. Раз, два. Стоять, я что-то пропустил. Ну вот, короче, я завершил свой домик. Я включу гейммод, чтобы смотреть с высоты. Так, это легко мешает. А, сейчас. Все, вроде бы, еще разочек. Все, короче, вот мы его снесли. Такой домик похож. Он мне немножечко напоминает алмаз, если бы он был сделан из алмазных блоков. Хотя он мне напоминает пломбик. Ладно, короче, смотрите. Я вот так вот писал полублоки. Да, тут сделал типа беседка такая, ну, чтобы дождь не капал. И, ну, так, тут пока что все закончено, сейчас я подберу остатки этого дерева. А, точно, выйти из гнева. Вот. Так, сколько у нас тут уже? У нас уже 3 магических баба. Давайте поспим. Сейчас, конечно, можно заняться декором дома, но я этого делать не буду. Так как я сейчас пойду в шахту и добуду на первый раз нам ресурс, потому что мы же не сможем. Так, давайте сюда спустимся. И копаем лестницу вниз. Да, так как это будет долго, я, кажется, ускорю процесс. Ну, давайте, поехали. That look upon your face, my heart is empty and unguided. I'm blind leading chase. Thought I had a plan with you and me. Was the villain of my own dream, breaking me down to my knees. Так, я всю серию этого ждал и готовил. А, и зомби тут неплохо. Давайте убьем его. О, супер.
Нет, зараза, я сейчас буду гореть. Чё, он меня не хочет выбирать? Ну так вот, короче, заходим в верстак, берем несколько железа и превращаем их вот в такие вот штучки. Это у нас железные наконечники. Берем, ставим вот так, длинную палку, и мы получаем жезл из Таункрафта. Господи! Да, не дай мне сейчас. Летучую мышь. Так. Конечно, я не могу что-то выбрать. Себя не превращается. Так что я превращусь в зомби, чтобы было все видно. Ну, если вам понравилось видео, то можете поставить лайк, подписаться на канал. А с вами был Игорь Амбромайн. Всем спасибо, всем удачи, всем пока.